сегодня мы... Ой, геймплей! Сегодня мы поиграем опять в игру Clash Royale. Ну и, конечно, еще до того сундучок поставил. Заметил то, что у меня есть открытый. Можно открыть. Но я просто не хочу, чтобы я его открывал, и его ничего не видел. Он попался, а потом снял, и вы не внимали. Так, смотрите, на шорох. Давайте сейчас, сейчас отойду на минутку. Все, я сейчас убрал чехол, чтобы было меньше слышно всякого такого. Давайте откроем складный сундук. Золото. Давайте. Рыцарь, валькирия. Так, давайте сразу улучшим. Во-первых, валькирия. Ладно, улучшим валькирию. Уровень второй. Второй плюс 80. Урон. Не, урон много. Ну и рыцаря, наверное, улучшим. Так, все, третий уровень, это уж классно, очень. Так, ну давайте что? О, и откроем же вот этот. Нам попалось, ну, золота мало. Фигня. Ну, фигня, дайте обычные карты, обычные... Ой. Так, а нам нужно улучшать? А зачем нам улучшать? Хотя, если бы мы улучшили, на что бы мы изменили? Просто я не понимаю смысл, да? Информация, здоровье 57, а у этой... Нет. Мне хочется информацию посмотреть. Ай, жалко, нельзя. Ну, ладно. Ну, в принципе, ничего нам менять тут не надо. У нас все, что нужно, то есть. Не хочу я вообще точно даже выходить из Clash Royale. Так, давайте сначала что? Не знаю. Бесплатный сундук через 2 часа. Королевский через 17 часов. Ну, ладно. Кстати, вот эти две стены, третью я записываю в один. Так что, если что там, еще, извините, если что там такое. Ну, вам не нравится, когда, знаете, несколько серий в один день. Армия скелетов сразу пускаю. И подрывника. Ой, валькирия довольно-таки, да, сильная. Ой, копейщиков как много. А, это всего лишь... Если настолько много... Я ждал побольше, ладно, давайте... Вы издеваетесь, как это быстро. Ну, с копьями эти они довольно сильные. И так и тогда нет. Валькирию. Опа, вот это сначала пущу, но я накоплю до 10, да? Как много мне урона нанес. Я умираю от такого. Давайте сразу эту, потом сразу валькирию. Извините, конечно. Бомбардировщик. Ну, тут всякими, знаете, вот такими плюшечками, прям бомбасиками уничтожить, да? Ой, что это там за хлоблин? Так, давайте быстренько уборим. Все. Это было легко. Ну, сами видите, кстати, я решил проблему с этим значком, который появляется. Ну, снизу, конечно, осталось надпись, но... Вы, в принципе, там плохо видите вот этот значок. Ну, нет клонов, конечно. Ух ты! Спасибо! Хорошая игра. Лайк-лайк. Лайк-лайк. Не хочу, не хочу. Закрыто, 8600. Редкие. Ну, блин, конечно, наверное, на ночь поставлю. И уже потом сниму серию. Ну я сначала все-таки вот эти, которые заработают, их, так сказать, отмирую, а потом уже буду выкладывать серию. Так, ну, видно, у всех все-таки 10 магнум эликсира. Игра довольно прикольная такая. Смотрю, как свободная. Свободная, странно сказал. Так, сразу пошли, да. И гоблины копейщики. Копейки получают. Так, давайте бомбардировщика, подрывника, легче назвал. Так, следующее вот это. А я как раз армию скелетов не пошла. Но я хочу с валькирией. И огненный шарик. Все, уничтожили. Так, я сейчас накоплю, наверное. Валькирия так-то довольно сильный. Ой, нет, он робот. У него робот. Так, с робота, когда ты будешь нападать, я просто на тебя все оставлю. Дан-дан.
Ой, блин, смотри, какая валькирия это сильная. Ну, ведьма, ты меня не победишь. Извини, конечно, все такое. Но мне жалко тебя, то, что ты не победишь. Так, давайте накопим 8. 8, 8, 8. Бомбардировщик. И подрывника хотел. Я, о, у меня тоже копейщики есть. Копейки получают на работе немного. Так, да. Давай, быстрее, уничтожай его. 22 хп. Но армия скелетов. Ну, конечно, видно, в этом бою я уже проиграл полюбашу. Конечно, я буду стараться все по максимуму. Только без вариантов я проиграл. Ну, как видите, так всегда. Хотя у меня есть шанс проиграть, чтобы у нас было все одинаково, так сказать, по ровному счету. 3 секунды до конца боя. О боже, посмотрите, какое тут месиво идет. Просто. Только месиво. Но. Он же все-таки какой-то так тогда не... Я сейчас просто делаю, знаете, какие попадаются, такие я просто... Конец сражения через... Но он не будет... Конца сражения не будет. Я должен что? Давай! Внезапная смерть. Получи еще одну корону для выигрыша. Но! Враг выиграл! Так, сколько видео у нас идет? 7 минут такая. Минус 2 трофея. Ну почему так много? Пожалуйста, да никогда вам не поставлю. Я плохой мальчик. Что у нас тут? А, точняк, лучше. Ну ладно, улучшу лучницу. Лучницы. Ганда, мне нравится подписчики. Давайте посмотрим информацию. 137, 44, 37. Вроде бы 57, 26. Скорость атаки 1,3. 1,2. Скорость стрельни нет. Поменяю, использую на копейщиков. Хотя их меньше. Давайте все-таки вот этих я использую вместо этих пока что, наверное. Ну да. Ладно, давайте еще раз сыграть. Не повезло нам. Ищем противника. Уже... Давайте что-то не понял. Так, сразу кто-то много. Сразу сюда. Сразу сюда. Верну. О боже, что это за сила? Сила, но... Он так долго уничтожался. Блин, что-то... Давайте три пути. Так, ну, давайте... Подрывника закрыть. Так, я сейчас... Гоблина, конечно же. Да, подрывник сильный, то смотрите тут. Так что да, да. Он очень сильный. Да, забыл сказать про... Мне так плохо. Для меня это хуже. О боже. No. Просто так. На бумбу. Окей, рыцарь, давай, рыцарь, рыцарь. И подрывника сразу. Я просто хочу на голема. Не копи, да, или как он там называется, не помню. Так, знаете. Опаньки. Так, ну, думаю, он просто тут ничего не сделает. Ну, вам как кажется, мне кажется, что да, я, в принципе, прав. Так, с валькирией, блин, мне надо накопить. Ну, 9 пока что не надо. В ровном счете. Так. И пока у меня будет эта спальница, я сразу спальню эту.
4, Миша жду 4. Отличная игра. Да, но это только для меня. Уже спин до конца. Что вы делаете так мало? Я уже уничтожил его главное здание, так что, ну да, я даже не остался. Ой, ну 3 короны. Оли, посмотри, там таки, они такие окружили. Блин, прикольно, что они так окружили. Там все еще. Победитель геймплей. Против победителя геймплея серебряный сундук. Я не понимаю, зачем мне эти сундуки, если у меня уже нет места для сундуков. Я даже не знаю, если, наверное, все-таки давайте 5 кристаллов квадратных, все. Ну, бой сразу, ну что мне там еще не попалось нормального, хотя попалось, но мне еще нет. По одной такой же карте. Так, я, наверное, опять по левой пойду в стороне. Гиганта давайте защитите гиганта, копейщиков. Потом, давайте. О, блин. Он на воде стоит, эй. Люди, у вас баг в игре. Валькирия всех направо и налево разносит. Ну, Валькирия, сейчас она умрет, в принципе. Валькирию пускаем. И подрывника. Ну да, подрывник, кстати, много голема наносит. Сами посмотрите. Посудите. Ну не судите строго. Да. Похоже, у него классная такая-то. Так-то да. Не спорю, не спорю. Ну, уничтожила. Ну, моих уничтожила. Вы знаете, мне, в принципе... Давайте ведьму. Потом пускаю гиганта, не голема там, не титана. Так, плохая была идея, конечно же. Давайте сюда пустим. Огненный дыдыщ. О, его оттолкнуло. Вы видели, как его оттолкнуло? Это было жестоко. Но мне все равно. Ну, смотри, по этим кустикам, так сказать. Ну, конечно, это не кустики, а все валькирию. Ровным счетом валькирия дойдет до той. Я сразу пущу этих. Аня, надо сразу пускать и сразу вот этих. Жестокий бой. Дробника сразу пускаем. Блин, ну тут все-таки стрелы-то прикольные. Они большой радиус не наносят, а... Да, блин. Давайте валькирия. Гоблины. Подрывник. Потом я хочу этих, во-первых, голема, блин, опять забыл, как он называется. Оно. Пожалуйста, давайте. Так, сейчас опять минуты, наверное, дойдут. Сейчас быстренько покоплю. Много или немного? Что враг выиграл? Ну, ноу. Илсан, нет клана. Минус 3 трофея. Победитель, он. Если что, есть карты реже, чем редкие. Окей, гоблин. Первый, точнее. Так, ну, блин, опять соседи, извините. Так, давайте сначала пустим этого и сразу подрывника. Не знаю, что он там кормит, у него же там на максимум должен быть заполнено. Валькирию я пущу налево, чтобы разрушить этого титана, так сказать. Я уже разрушил, что? Давайте вот этого. И что же еще? Так, ну, блин, ну они хорошо справляются, посмотрите. Туда. Так, уничтожил враг. Что враг? Какой? Нет у меня врагов.
Ну и не друзей. Они, конечно, не друзья ровным счетом. Ну, давайте гоблинов КПщиков. Подрывника. Надо их просто как максимум, на максимум отвлечь. Так, давайте уничтожила. Уничтожил. Ну, ладно, пускай один снаряд прилетит на нас. Так, съехал, не знаю, 9 или 8, 9 или 8. Ведьму как-то не хочется, знаете. Окей, пускаем валькирию. Пускаем армию скелетов. Ну и что, так, налево сейчас я пущу быстренько. Вот так вот. Рыцаря. И гоблинов хочу. Гоблинов. Да, успел. Гоблины-копейщики. Подрывник. Так, с валькирия. Да. Что, я уже победил? Ну, это рыцарь. Остались противники. Да! Открой-ка, Саня. Открыл. Разблокировать что? А, я другой серебряный сундук. Ну, ладно. Я тогда... Ну, блин, жалко, что тут... Так, тут есть кланы. Кланы чатятся. Просить карты, проводить дружеские сражения с клановцами какими-то. Вопросики. Ну, как это все будет в клане-то? Давай рояль. Нет, нафиг. Сюда, кстати, интересно, что будет, если я получу еще? Ты не сможешь. Да не, не нужны, извините, но мне не нужны. Лайк. Так, давайте одну стрелочку на воду, если не спалились, но ничего. Вот, смотрите, это охранка без кошки. Вот, я сразу уничтожил. Это жестоко. Подрывник идет, потом... По-моему, этот бой сразу выиграл. Почему мне раньше не давалось легко? Просто посмотрите, как я рушу все. По-моему, это самый эпичный бой за всю... вторых... Плюс 30 трофеев, вы издеваетесь. Но этот бой, правда, был быстрым. Не помню, сколько я его прошел, но ладно, так. Уже 17 минут. Давайте сыграем последний рой. Бой, ой. Отмена, уничтожь раз-то... А, наверное, вот это... На втором левеле, он на третьем. 1624 жизни. Окей, начало это. Сразу валькирию. Смотрите, такие друг друга толкают. О, ноу. О, ноу, он уже что ли уничтожил? Что? Ноу, читер. It's a читер. It's a читер. Это читер. Это я честное слово говорю, читер. Ну, согласен, я тоже уничтожил, это было слишком быстро. Хотя я также уничтожил, в принципе. Так-то да, может он тоже. Тот чувак подумал, что... Ой, там уже все исчезло. Так, кстати, конечно, пущу. Я хочу сразу валькирию с гигантом пустить. Это мне надо... Стоит, точнее, 9. Так, давайте последнее. Когда будет на половинке, я сразу пущу валькирию. Да, и сразу пущу, пускаю гиганта. Блин, я хотела гоблина. А, гоблина уже, в принципе, сразу это сделались. Копейщики. Так, все, я бы хотел... Это странно выглядело. Блин, он такой... Давайте! Мочите! Так, ноу! Что, у него осталось 150 жизней? Ну почему? Ой, ну... Вон слайм. Ну, скорее всего, потому что ему давали всяких вот таких воинов классненьких. Ну, повезло. Все равно на чуть бой. Жалко то, что все сразу... Да. Главное, что арена первая.
Давайте просто сейчас ровным счетом ничего не сделаю, точнее не пущу. Ну, пущу так. Валькирую, гиганта, и сразу я хотел вот таких. Гиганта я сразу уничтожу. Ну, осталось мало, вообще не осталось скелетов, понятно. Гоблина, нет, я сейчас накоплю себе, ну, давайте пропустим сюда этого. О боже, рыцарь, ты справишься. Гоблины, хапейщики. Так, с рыцарь, в принципе, неплохо справился. Ой, блин, он уничтожил все, хотя сейчас я его уничтожу. Там, кстати, пушки, а похоже, пушки выдвигаются тогда, когда... Не могу вам объяснить, но, блин, когда первое здание, короче, разрушили, и вот это какое-нибудь, вот сразу это разрушить по логике это невозможно. Физически. Ну, по логике игры, значит, логически. Валькирия. Бомбардировщики, ну, я так и называю, но он подрывник на самом деле. И этот. Титанум. О боже. Ну фигня, человек так много. Но нет, мы держим потери. Уже ничего не нанесли. Не успели, точнее. Ну ладно, давайте, ну блин, побыстрее бы вот этого опустить. Ладно, придется ответить так. Тут уж по-другому никак, так как... Ой, валькирия, сразу валькирия, 60 секунд, оба. Это уже интересно, это уже интересно. Гиганта давайте. Нам вроде бы, нет, дополнительного времени еще доп. Времени не давали. Наверное, дополнительное время. Давай, валькирия, ты сможешь? Да. Могу уже 30 секунд до окончания. Я должен. Я обязательно должен. Но, ну зачем вы на него отвлеклись-то? Давайте. Рушьте. Ну блин, зачем он их спамит? Он же мне мешает. Конечно, глупый вопрос задаю. Почему он их спамит? Блин, я уже не успею, да, разрушить. Жалко. Дали бы еще немного времени. Ну, секунд 10 таких. Тогда я бы разрушил, да. Эти все значки. Удачи. Отличная игра. Хорошая. Ух ты. Опаньки. Так. Сколько лица? 20. Сейчас, блин, еще нажал на паузу. Но, наверное, на этом закончим. В принципе, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал моего друга Мишару. Ссылка в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи. Пока-пока-пока.